Ну что ж, дорогие друзья, все, кто смотрит вскрытие, все, кто участвовал в конкурсе, я хочу поздравить вас и, самое главное, наверное, все-таки меня. 10 059 репостов. Это, честно, для меня это какая-то гигантская цифра. Я, когда этот конкурс устраивал, я думал, будет 1005. Влад, который сейчас за камерой находится, он сказал, будет 10 тысяч репостов. Я думаю, да откуда 10 тысяч репостов будет? 10 059 репостов. Это просто что-то запредельное. Берем, короче говоря, эту запись и копируем здесь, значит, ссылочку. Так, копируем. И заходим в приложение. Есть такое приложение, называется... А, вот оно, кстати. Называется оно «Выбиратель». Ставим ссылочку. Так, количество победителей выбираем один. Так. И жмем кнопочку «Выбрать». 10 062. И вот сейчас мы узнаем, кто же стал победителем на вскрытие. Что мы там разыгрывали? Я что-то уже... А, мы разыгрывали... Андрей Николаев, мы разыгрывали там планшет. И давайте мы перейдем на Андрея Николаева и посмотрим, что это за страница. Вот такой вот у нас школьник гимназии номер один из города Соликамска. Вот так вот он выглядит. Ну, что делать? Вот такой вот у нас... Зритель выиграл, вот он. Поздравляем Андрея Николаева с этим с этой чудесной победой. Совершенно неожиданно. Проверить. А, да, мне тут подсказывают, проверьте пост. Ну, да а чего проверять-то? Раз он есть, значит он, вот он, пост, он его ретвитнул. Поздравляем Андрея Николаев, я правильно называю? Да. Андрей Николаев, поздравляю тебя с победой. Я тебе прямо сейчас, давайте в личку напишу. Андрей. Так, ой, какой-то fuck you. Да блин, как переключиться-то? Андрей. Поздравляю тебя с победой. Все. И как только он будет в сети, он это увидит и скажет: да ладно, я победил, ура! Все, похлопаем Андрею. Давайте поставим большие пальчики вверх, если вы действительно рады, что человек выиграл. Давайте порадуемся за него, не будем как скряги такие, вот я не выиграл, значит, в следующий раз будет у всех точно такие же шансы, как у Андрея. Все, поздравляем Андрея, и с вами был Костя Павлов, всем пока. Уже нажимай, все, убираем.